Здорово, народ, с вами Варчик. Не хотел, конечно, про эту тему записывать видосик, но все же накипело, и Wargaming со своим World of Tanks запускает какую-то дурацкую рекламную кампанию, которая называется «Танкуй». Я могу только «Танкуй» разделить на два слова, и тогда будет все четко. И в этой великолепной рекламной кампании танкисты показывают свое упорство. Я не знаю, какое можно показывать упорство в этой игре, если ее содержание, качество боев и в принципе геймплей скатился уже ниже плинтуса. Бои реально каждый второй по 2-3 минуты. Содержание просто нулевое. Бой только начался, он уже и закончился. Уже на этапе создания боя самим балансировщиком. Вот ты только загрузился в бой и видишь, какие танчики сейчас будут играть, уже понятно, что бой помойка. Поскольку таким набором танков невозможно получить нормальный, содержательный, интересный бой. И это половина боев в World of Tanks сейчас. Единственное упорство, которое есть в этой игре, это насколько долго танкисты мучаются в этой игре. Поскольку качество геймплея не улучшается уже давно. Уже лет 5, а то даже и 6, разработчики не занимаются основным своим режимом. Он с 2015 года загнивает, поскольку картами, балансом и балансировщиком толком не занимаются. Только напихивают новые донатные приколюхи и засирают игру ненужным барахлом для того, чтобы опять же ускорить свой доход. При этом онлайн в игре не растет вообще. Он только катится вниз. И при этом количество рекламы, насколько я вижу, многократно увеличилось. А притока новых людей нет вообще. На низких левелах новых игроков, наверное, вообще не встретишь. Когда я последний раз пробовал поиграть на низких уровнях, меня даже в бой долго загружало, потому что там никого нет. И я довольно-таки давно говорил одну простую вещь. Что выкручивать со своих игроков бабки, это, конечно же, прикольно. И смешивать свою игру с грязью, ради того, чтобы получить больше бабла. Тем самым картошка создала себе авторитет и имя конченой игры, в которую никто не хочет играть. Ни с какой другой игры сюда никто не перейдет. Никакие новички сюда тоже не придут, все старички этой игрой наелись, все только хотят свалить с нее. Если ты играешь в танки, то вряд ли у тебя есть друзья, которые играют в эту игру. Единственное место, где можно найти залежи танкистов, это какой-нибудь завод, где в курилочке люди рассказывают друг другу истории про фугасики. Никакого друга ты не заманишь в эту игру играть, он знает, что она конченая. Уже абсолютно все слышали про эту игру, но онлайн ниже дна. И он не увеличивается, хотя я рекламу World of Tanks вижу абсолютно везде. Я открываю видосы про еду, там реклама World of Tanks. Я открываю видосы про машины, там реклама World of Tanks. Я открываю Twitch, там реклама World of Tanks на главной странице. Но при этом онлайн скатился уже просто в какой-то анус. А все потому, что имя заработано, и оно явно неуважаемое. Никто не уважает эту игру из игроков. И остается только выжимать последние соки из тех, кто остался в этой игре. А чтобы люди в эту игру пришли, нужно зарабатывать себе другое имя. Нужно заработать доверие к своей игре. А оно было утрачено уже давным-давно. Никто в эту игру не верит. Все с нее уже ливнули, кто хотел. Остались абсолютно непробиваемые игроки. Либо задроты, либо стримеры. Либо люди, которые 11 лет в это играют и до сих пор не научились и не хотят учиться, им и так нормально. На самом деле, на мой взгляд, ситуация в World of Tanks прискорбная максимально. Именно для игроков. Разрабы там и дальше будут идти по своему плану. Они никогда не слушали игроков, им насрать. У них есть свой план, они по нему идут, делают то, что у них было запланировано, и все. Иногда пытаясь сделать вид, что что-то там, какой-то диалог между разрабами и игроками есть, но на самом деле его и не было никогда. Поэтому, на мой взгляд, онлайн так и будет катиться дальше вниз. И сколько рекламных кампаний не запускай, нормального прироста по этим рекламным кампаниям не будет. Мне просто смешно смотреть, как, допустим, в Доте 2 ты смотришь турнир, и там онлайн на турнире на стриме выше, чем в картошке в игре. Зато картошечка больше бабла выкручивает из своих игроков, хоть у нее и онлайн раза в три ниже. Вот и думайте, где какая игра для чего создана. С этой игрой все понятно, она себе имя свое заработала. И чем дальше, тем тяжелее делать контент от игрока для игроков.
если сейчас посмотреть, то в картошке преобладает контент чисто ради бабла. Но даже если бы разработчики захотели вернуть доверие к своей игре, многие уже просто не поверят и не захотят даже связываться с этим всем. По некоторым играм я вообще ни разу в жизни не видел рекламу. Тот же самый Тарково, где онлайн, практически как в картошке. Я ни разу в жизни не видел рекламы Тарково. В Доте раза в три онлайн выше. Я ни разу в жизни не видел рекламы Доты. И картошка. Я каждый день везде, по всем видосам и сайтам вижу ее рекламу. Честно говоря, лучше бы не видел. И каждый раз, когда подгорает в игре World of Tanks, а подгорает практически каждый день, поскольку нормально в это поиграть невозможно. Еще эта ситуация общая с игрой тоже оставляет свой осадок. Но ваши бабки, которые вы донатите в игру, идут на рекламу картошки, чтобы пришло хоть какое-нибудь количество новичков и выдать с них бабки. Не на улучшение игры, не на улучшение баланса, карт, не улучшение механик в игре. Вон вам патч выпустили, циферки у китайских танков посовали. Хотя эти танки были мусором и 5 лет назад, и 6, а сейчас их просто чуть-чуть потрогали, так чтобы эти танки были чуть-чуть ниже дна. Это можно было сделать 6 лет назад. Но они никуда не спешат, оно им нафиг не надо. Ждите новогодней коробки, поскольку там вы сможете, как обычно, поддержать замечательную игру World of Tanks. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.